Все, поехали. Нам нужно за минуту 50 секунд доехать. Не знаю, попробуем доехать, получится или нет. Офигеть, у нас времени очень мало. Да, но с помощью лебедки у нас, я думаю, получится это сделать. О, минута 20 секунд. Так, мне нужно срочно доехать. Да, хотя бы до середины дороги. Так, едем. О, почти что доехали. Опа, до середины дороги мы доехали. Может быть, даже успеем. Ух ты, главное не переворачиваться. Так, все, давай. Машинка, давай, пожалуйста. Ты сможешь. Да что такое тут? Так, 50 секунд осталось. Офигеть. Вот это если мы не доедем. Будет очень плохо. Печально. Так. Ребяточка нам помогает. 30 секунд осталось. Надеюсь, доедем. Надеюсь, мы доедем. 20 секунд. Так, главное не перевернуться. Ребята. Давай. 18 секунд. 13. 10. Ой. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Не успели. Ахахаха. Не успели доехать. Куча денег, ребята. 1188 долларов. А, давайте приобретем броню. И попробуем пройти уровень. Не знаю, получится или нет. На, получай, зомбарь. Зомбик. Так, я буду знать примерно, сможем ли мы пройти или нет этот уровень сегодня. Когда дойдем, ребята, до серединки пути. До середины. Не знаю, дойдем или нет. Попробуем. Так, сколько много у нас тут сундучков лежит? Нифига себе. Так, вот этих мы всех пощелкаем. О, прям вообще у нас этот прошечка бежит прям нормально, быстро. И мечом орудует. Так, ну вот, получается, мы до серединки с вами, ребята, практически дошли. И энергии у нас остается тоже. Получается, половинка. Может быть, еще и пройдем уровень. Но это не точно. А может быть? Ну не знаю, сейчас посмотрим, сможем мы пройти уровень или нет. Либо еще раз надо будет прокачивать их. Но там еще есть для прокачки, кажется. Там еще энергия и броня. А броня, мне кажется, на 100%. Ну сейчас это вернемся в гараж, скорее всего. Проверим, посмотрим, насколько там у нас броня. Да, не прошли мы. Нет, броня на максималке. Осталось вот энергию. Все, теперь уж точно мы должны, ребятушки, с вами пройти. Давайте попробуем. Ну, у нас все прокачано, не знаю. Мы должны пройти в любом случае. Да, интересно будет сюжет. Какой сюжет будет дальше? О, мы даже, смотри, проскакиваем. Мы их проскакиваем, смотри. У нас суперспособность какая-то, что мы можем их не убивать. Полностью проскакиваем. Нифига себе. Вообще, я такой первый раз вижу. Ладно, давайте попробуем этот уровень вообще никого не убивать. Интересно. Я такое вообще... Ты знал? Я не знал. Я сейчас только это увидел. Мы просто проходим их, вообще их не трогая. Зомбарей не трогая. Но они как это, полупрозрачные, что ли, так сказать. Мы сквозь них проходим. Сквозь зомбаков и сквозь этих самых сундучков. Коробочек вот этих. Интересно. Ну да, скорее всего, мы пройдем уровень. Мы даже никого не убиваем. Офигеть, ребят. Я даже и не знал, что можно так игру пройти. Ага, никого не трогая. Но это, ребята, только когда ты полностью прокачаешь персонажа. Ты так можешь делать. Обычно они тебе мешают и не дают пройти. Вот, все. Прошли мы, наконец-то, уровень. Так, заходим в домик.
Кушаем тортик. О, хакер, хакер, хакер. Так, я играю... Что, реально я играю за хакера? А что мне здесь надо делать? Так, tap to shot. Не понял. Теперь понял. Мы, получается... Подожди. Так, ну я понял, что он летает. Надо вот этих убивать. Летучих мышей. На, получай. Есть. Как бы он летает. Слушай. Подожди. Получается, он летает? А что здесь, я не могу проехать, что ли, или что? Странно. Давайте прокачаем тогда ему скорость. И энергию. $20, это недорого. Так. Опа, есть еще вот это надо щелкнуть. На, получай, вонючка. Так, убили. Фига, чем он стреляет, а? Да, он просто летает. Мы ему немножечко даем, как бы, движение направляем. И он уже сам летит. О! Она назад нас катит, прикинь. Да ну, так отлетел далеко. Из-за вот этой вонючки, что ли? На, получай. Давай, давай, иди, иди. Ну, управление, короче, конкретное. Жесть какая-то. Вроде бы я вижу. Все, ух ты, одним выстрелом двоих убил. На. У меня энергии много. Но он почему-то отскакивает влево. Давай, Прошечка, иди вперед. Ну, как-то так, как-то так. Поехали в городе. В городе мы едем на багги. И у нас, ребята, двойные монетки. Вот, есть надежда, что хорошо мы проедем в городе, заработаем хорошо денежек. И хватит у нас на наш вожделенный танк. Танк, 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 который, повторюсь, стоит 70 тысяч монет. И у нас в наличии уже 66. Но, повторюсь, ребята, после двойных монет, как бы, беру, смотрю рекламу, получаю две монеты, да? Получается так. Ну и вот, и бывает такое, что я часто... Ломается, переворачиваюсь, короче, проигрываю. Только успев начать играть. А когда монеты одинарные, да, обычные, проходишь, чуть ли не знаешь, рекорды бьешь. Как посмотришь рекламу, двойные монеты, может, переживаешь, может, волнуешься как-то, чтобы не проиграть. И очень часто что? Проигрываешь. Потом уже не хочется второй раз эту рекламу смотреть. Но куда деваться? У нас задача такая, нам нужно, ребята, заработать на танк. Мы хотим его открыть. Вот так, куда ты разогнался, а? Слушай, чувак. Аккуратно, аккуратно. Всё, уже почти что 70 тысяч. Нет, нет, вот я про что рассказываю. Почему? Да как так? Разбились. Ладно, берем мотокросс, на мотокроссе поедем. Немножко. Сколько у нас там? 1300 метров. Вот будем бить рекорды мотокроссом. Если мы рекорды побьем, проехать-то немного надо, то там, естественно, будут плюшки. Плюшки в виде чего? Плюшки в виде монет дополнительных, которые мы с вами, ребята, добавим к танку нашему. 900 метров надо проехать. Ну, сейчас мы этим и займемся. Поедем. Так.
Ну, останется 3000 монет собрать, но это немного. Это вообще немного совсем. А как вы здесь добываете монеты? Мне напишите в комментарии. Как здесь вы добываете, чтобы прокачивать машинки? Так. Потому что ездить так собирать, конечно, тяжко. О, ну какого лешего ты разбился?